Жара неимоверна. А як у вас? У нас спека. Ми йдемо у садочок. Йдемо в садочок друзів. Тому що у свій садочок ходять працювати. А у свій, а у садочок друзів ходять віддихати, спілкуватися, насолоджуватися спілкуванням з любими друзями. Також смачно кушати і куштувати. Куштувати те, чого нам приготували. Приготували наші друзі. Скільки тут? Ви садіться і куди? На планшет садіться. Виключає балалайку. Сіла вправо, не а, уголок тут покудрявому. Ти що ж там? Та ні, нічого. Це собі і кабачки тебе, і літа. Всем привет! Мы пришли в чужой сад, начинаем снимать развлекательные видео. Ну что же, тут поставили такой хрустальный домик. Изумрудный, а не хрустальный, он изумрудный. Так, хозяйка не видит? Чудо-прибор! Это чудо-прибор? Это как? С колесиками. С колесиками. Это он похож на какого-то... Инопланетян. Да, да, да. Вездеход. Вот эти четыре человечка из детской передачи. Вот это на него похоже. Ну, зайдем туда. Давайте зайдем. Ой, прямо по ходу грядка с помидорами. Помидоры. Я знаю, что это за помидоры. Это экспериментальный вариант. В июле посаженные помидоры, вернее, в июне. Но в октябре они будут шикарные, такие здоровые. Я в этом уверена. А вот здесь золотая осень у нас. Почему? Потому что помидоры в золоте растут. Помидоры растут в золоте. Прекрасные, прекрасные помидоры. Прекрасные, шикарные, в золоте. Это просто. Вот. Вся влага там. Ну что, огурцы? Огурцы. Вот тут побольше, вот тут чуть-чуть поменьше роста, но они тоже прекрасные. Тут есть огурцы. Я знаю, что их тут собирали. Там базилик прекрасный. Так, главное не наступить на экспериментальный огород. Потому что... Потому что... Так, ну что, а если серьезно, то вот посажены они в горшочках. У горшочков отрезано дно. И таким самым они защищены от разных бяг. И поэтому они хорошо себя чувствуют, растут, и листики красивые. Ну что, выходим дальше, пойдем? Пойдемте вместе. Так, хризантемочки. Все вовремя. Цвести им еще рано. Очень даже рано, но они уже вот подросли. Хорошо питаются. Это, по-моему, пионы. Пионы, и они зеленые, шикарные, да. И вот тут хризантемы, я знаю, что тут разные хризантемы, они классные. Кабачки, как же туда зайти? Давайте попробуем зайти в кабачки. Раз, два, три. О, по дороге нам встретился нут. Нут. Нут, я, кстати, сегодня тоже пробовала у себя, но он вкусный, он свежий, мягкий, как горошек. Так, ну что, кабаки. Вон, я вижу, вон. Вот они там лежат. Слушай, какие нездоровые. А почему они такие здоровые? И листики у них беленькие, да, с белыми пятнышками. Но это не значит, что они больные. Это значит, что они нормальные. Вот. Очень хорошие. Вот они, кабаки. Кстати, я сегодня жарила такой кабачок именно с этого кустика, потому что нас они угостили. И, конечно же, на каждом кустике по несколько растут.
Так. У себя мы вчера тоже, кстати, полили. И хорошо, и осталось только подкормить. Вот они, кабанчики, поросятки маленькие лежат. Листья, правда, хорошие. Вот такие огромные, прям вот моя рука, а вот лист. Ух! А мы ее обрезали, я помню. Я помню, как мы ее в марте обрезали. Да, секатором и даже пилили, мы формировали. Дерево? Ой. Прелесть. Ну, нормально, да, такой урожай? Сливочек. О! Что это? Что это? Что это? Что это? Укроп, конечно же, это укроп. Петрушка и щавель. Так, щавеля надо взять. Мы уже попросили, потому что очень хочется борщика. И что тут еще идем? Пошлите дальше. Опять по соседству с хризантемами. А вот это лаванда. Я ее узнала. Привет, лаванда. Ты уже цвела? Или тебя опять обрезали, не? Ладно, узнаем у хозяйки, но ты молодец, ты классный. Кустик очень красивый, шарикообразный. Мята, три вида. Наташа. Три вида мяты? Да. Ой. Да. Вторая. Оху, я такую вот и не видела, она махровенькая. А ну-ка, давайте мы ее. Бархат. Потрогаем. Точно бархатные, да. Ну что, давайте возьмем снизу листик маленький и попробуем его пожевать. Ой! Ой, оно такое перечное. Оно все перечное. Она запах. Прекрасная. Жаль, запах. Она прекрасная. И мы дошли до помидорного еще одного, не знаю, как сказать, зала. Вот. Потому что то был один зал, там, где мы сидели, а это вот еще один. А он же опять прекрасный. Он хотя и не в хрустальном зале, но... Урожай будет. Да, урожай будет, он уже есть и никуда не денется. Вот он такой, вот он. Вот он и цветет. Слушайте, они крепкие, хорошенькие такие, да? Там внизу травка, сверху картон. Завтра я тоже картоном закладываю свои. И все будет прекрасно. Ну и тут несколько разных сортов, я знаю. Вот он. Вот они такие хорошенькие. Ну что ж, пойдем дальше потихонечку. Ой, смотрите, удав лежит. Это кто? Удав. Ой, а помидорчик лежит. Ну, наверное, ждет, когда его хозяин придет и подвяжет. А, вернее, они же еще все не подвязаны. Все впереди у вас, братцы. Мы пошли дальше смотреть, потому что тут... Малиновая плантация. Малиновая плантация. Малиновая фазен, да? У меня есть знакомая, блогер. Она себя назвала Малиновая фазен, потому что у нее растет полка. И еще у нее растет изобильная малина. Называется сорт. Ой. Можно угоститься? Можно. Мы возьмем. Мы тоже ее обрезали, я помню. Вот, а это колокольчики. Ой, ветерок подул, стало легче немножко. Так, ну что, мы наснимали уже 7 минут. Давайте пойдем дальше. Здесь газон с золотыми листиками. И посмотрим еще. Вот, малиновая фазенда вышла вот сюда, вот так вот. Ой, а это абрикос? Да. А где абрикосы? Старый. Это старый абрикос. Мы знаем, как обычно старые не плодоносят. Но все впереди, посмотрим. Бывают и чудеса. А смотри, какой отсюда. Маленький. И знаю, что это. Я слышала эту историю про картошку. Да. Я тоже захотела такую вырастить. Я вот размышляла и думала,
одного куста сколько картошек выйдет? Килограмм или полкило? Нам обычно, чтобы покушать сейчас на двоих, нужно всего 1 килограмм картошки, ну, сырой, молодой. Отварить и с чесночком, и со сливочным маслом. Вот я и думаю. И с кабачком. Да, и с кабачком. Вот я и думаю. Стоит посадить 2 кустика на один раз? И чтобы 4 раза покушать, это значит, надо 8 кустиков. Стоит или не стоит? Как думаете? Всего 4 кустика. Можно даже в мешок. Ну что, посмотрим. О, она крупная. Я знаю, что тут ее уже собирали. Да, в Украине называется паричка. Да, или красная смородина. Очень классные кустики такие, хорошенькие, такие живые. Вон она. Вот она, вот она. Вот она. Можно угоститься? Можно. Угостимся, попробуем. Кисленькая, но вкусненькая. Вернее, сладенькая. Ну, я помню вас, друзья, товарищи. Тебя тоже помню. Ты называешься крыжовник, и я тебя обрезала. Ты был еще в марте колючий-колючий. Но мы тогда старались и справились, я помню. Угу. А тут опять паричка. Второй куст. Красный. На хорошее. Можно у вас угоститься? С вашего кустика. Спасибо. Да тут она не одна. Оказывается, тут вся красная. И вот опять красная. И вот тут опять дальше там несколько красных кустиков. А здесь еще один крыжовник. Вас, мистер крыжовник, я тоже помню. Прекрасно помню. Разворот. Наш газон. И маленькое яблоко. Яблонька. С хорошенькими яблочками. Мне очень нравятся небольшие деревья. Подошел. Вот так вот. И тебе не надо брать лестницу. И ты взял. И яблочко скушал. Так. Есть тоже смородина. Это черная смородина. Молодые кустики. Тоже уже остатки остались. Соберем. Ну, вот так. Здесь была клубничка. Ну, вернее, она не была. Она так и продолжается. Это клубничка. Я имею в виду, что тут ее собирали, ну, и даже вот с этой небольшой плантации, ну как плантация, да, небольшая грядка, здесь тоже собрали немало. Да еще если учитывать, что она была посажена в прошлом году, в августе, представляете? То есть она через год уже дала урожай, за ней тоже хорошо ухаживали. Он был накрыт, видите, да, черным агроволокном. Там снизу тоже мульча, трава. Все обрабатывали. Я бы так действительно была. Ну, вот такой у нас обзор. Обзор сада-огорода, в который нас любезно пригласили наши друзья. Ну, а сейчас мы пойдем наслаждаться. Наслаждаться угощением. Что у нас будет, может быть, расскажу дальше. А вам всего хорошего. Хорошего вам настроения, мира и добра. Всем пока-пока. Пока-пока.